О, 5 классов. А, эти негатив. Друид недоступен. О, женщина, темнокожая друид. А тут вообще люди со светлой кожей. Что? Что? А почему все темнокожие? Что, мы победилась живая, что ли, окончательно? Просто все, просто все темнокожие. Не, а, можно менять внешку. А, ну тогда нормально. Короче, у нас и доступен повесточка просто по полной программе. 5 негров. Я б на месте азиатов обиделся. Белый-то ладно. Как бы... О, господи. О, ты господи. В первой Диабле только Монг был краснокожим. Ну, в первой Диабле Hellfire. Господи. Хорошо, еще некроманта нет. А, некромант черный! Черный некромант, блин! Ох ты, господи! Не, ну это уже какой-то... Кажется, это перегиб. То есть в лоре, в книгах некроманты это, ну... Седые, мертвые, это цвет белый, кости. Ну, символ смерти изначально белый, да? Во многих культурах символ смерти белый. Ну, потому что скелет белый, потому что волосы седеют перед смертью. Фолин, подчеркивание, Темпла поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает.